Топорик дропнул. Стамин жрет немерено. А, это у него под бафом такой удар. Сейчас покажу. Силы, ни ловкости не хватает, поэтому. Да. Yeah.
Ну, блин. Магия закончилась. Thank you.
Что-то это колечко плоховато работает. Вот он, где нашел я его. Гигантский дымный меч. Меч дымного рыцаря. И щит из черного железа.
Окей. Thank you.
Да, мгновенный под лучше помогает, чем защита от огня. Судя по всему. Что я там взял, забыл? Да, я нашел два осколка Эстуса еще в этих же катакомбах. И плюс горящий осколок кости. Что-то мы в этой лаве взяли, а я что-то не запомнил даже. Ну ладно. Посмотрю на видео. Ну, наверное, на этом все. Хотя нет, не все. Здорово, Гушатина. Как жизнь молодая. Глаза не вывалились из орбит.
вон проход открылся, видите? Полезная хрень, оказывается, там лежит. Кольцо с пёстрым камнем. А я на первом прохождении его подобрал. Думаю, откуда оно у меня взялось. Вот, оказывается, где оно лежит. Окей. Ну, на этом все тогда. В следующей серии пойдем дальше. Пока.